शिव शेवा सर्वेश्वराय शम्भ शम्भो श्वराय कालकालकालेश्वराय शेवाश्वराय शम्भ शम् Намаскарам. Намаскарам всем. Представим, что вы учитесь в школе. И, и на летние каникулы вы отправляетесь домой. Вы должны вернуться в школу 14 апреля. Но школа объявляет, что каникулы продляются на еще один месяц. Вы бы это праздновали или плакали из-за этого? Уверен, что вы бы праздновали. Что ж, по всей видимости, мы сейчас приближаемся к такой ситуации. Вчерашнее празднование было, чтобы немного вас подбодрить, чтобы вы были готовы. <laughs> Несколько индийских штатов уже объявили о продлении карантина. Может быть, они ведут какие-то послабления для некоторых видов деятельности, для некоторых индустрий, но географическая изоляция продолжится. Изоляция по районам, штатам, а также запреты на перелеты и железнодорожные сообщения. Все это определенно останется в силе. Те so, из uh, вас, кто uh, на духовном uh, пути, или, по, по крайней, крайней мере, мере, так думают, это время для вас. Те, кто является великими стратегами, для вас это фантастическое время. Те, кто считают себя музыкантами, художниками или кем-то в таком духе, для вас это невероятно чудесное время. Те, кто считает себя студентом, по-настоящему, не то чтобы вы просто ходили в школу или в колледж, я имею в виду, что вы настоящий студент, вы хотите учиться. Это замечательное время для вас. Проблема существует только для тех, кто находится в нижней части экономической структуры. Что с ними будет происходить? Вот почему мы пытаемся предпринять меры именно в этой области. Многие из наших молодых волонтеров. Сегодня выехала очередная группа. Мы только что встретились с ними. Они уезжают из Ашрама, уезжают из центра Йогиша, а это значит, что они не смогут вернуться, пока все не закончится. И когда они вернутся назад, они пройдут через карантин от 14 до 28 дней карантина. Так что это самоизгнание. Они предпринимают этот шаг, чтобы помочь сельскому сообществу, которое живет рядом с нами. Мы склоняемся перед их готовностью посвятить себя делу. Медицинская помощь в виде масок, перчаток, защитных костюмов для медицинского персонала и прочее, то, что послали наши китайские волонтеры, это прошло таможню в Дели, так что все это должно быть здесь завтра или самое позднее послезавтра. Все это происходит, но самый большой вызов ⁇ это поставка лекарств, которые могут потребоваться в больших объемах. И самое главное, обеспечить питанием тех людей, которые не имеют возможности найти себе пропитание в то время, когда у них нет работы. За три недели они исчерпали свой лимит возможности справляться своими силами, и давление нарастает. Мы уже начали проводить эту работу, но финансовое давление на нас будет только нарастать. Последние два дня многие из вас внесли свою лепту и поддержали нас. Мы с нетерпением ждем дальнейшей помощи, поскольку все это продлится еще какое-то время. Это не закончится так скоро. Это изоляция, способ предупреждения. Многие задают этот вопрос. Если никто не болен, зачем продолжать эту изоляцию? Мой бизнес пропадает, моя работа простаивает, я не могу ни прогуляться, ни выпить, ни покурить. Что это такое? Вам нужно понять, что это упреждающее действие. Может быть, если вы жили компульсивной жизнью, вы не понимаете, что такое упреждающее действие. Любой, кто успешен в бизнесе, и во многих областях жизни всегда предпринимают упреждающие действия. Они не ждут, пока проблемы захлестнут их, чтобы начать принимать меры. Они предпринимают действия, прежде чем возникают проблемы. В этом состоит значимость того, чтобы быть человеком. Все остальные создания будут разбираться с проблемами только после их возникновения. Люди же должны предвидеть проблемы и предупреждать их. Однажды когда Шанкаран Пилай жил в Нью-Йорке, не сейчас, до вируса, сейчас Нью-Йорк не лучшее место. К сожалению, сегодняшние цифры неутешительны. За последние 24 часа в Америке было почти 1200 смертей. Они перешагнули порог в 9600 смертей. Испания 2023 смерти за один день. В Италии все еще очень много смертных случаев. 525 за 24 часа. Во Франции 518. В Великобритании 621. В Индии 32. В Индии наименьшее количество смертей на миллион населения. Я думаю, что изоляция сыграла значительную роль. Но сейчас требуется усилить изоляцию так, чтобы она по-настоящему работала. Потому что если сбегает одна крыса, то одной крысы достаточно, чтобы заразить всю страну. Но крысы не являются переносчиками, вы знаете. Переносчики — люди. Но есть люди, которые находятся в определенном состоянии. Но Шанкаран Пилай был в Нью-Йорке. Он пошел в очень дорогой ресторан. Вытащил 20-долларовую купюру и попытался сунуть ее официанту. Ну, вот, возьми. Официант сказал, что вы хотите забронировать столик? Вы можете пойти и сразу забронировать. Вы не обязаны мне за это платить. Шинкаранпила сказал, нет, нет, возьми, я потом скажу, возьми. Официант взял. Затем Шинкаранпила сказал, столик мне не нужен. Позже вечером я приду сюда со своей новой подружкой. Когда мы придем, ты должен сказать, что свободных столиков нет. И тогда я отведу ее в более дешевое место. А у тебя будет 20 долларов. Просто скажи, что свободных столиков сегодня нет. Упреждающее действие. Но есть некоторые, которые продолжают спрашивать: почему? Все эти годы я жил определенным образом? Почему я должен что-то менять? В чем проблема? Почему я не могу выйти? Почему я не могу просто говорить всем прямо в лицо, как я это делал раньше. вы всегда так делали. мы просто терпели ваш неприятный запах изо рта. Но сейчас вы несете смерть. Плохой запах изо рта тоже может убить. Сейчас самое время поработать над своей цивилизованностью, чтобы вы не плевали друг другу в лицо при разговоре. Время сделать это на постоянной основе, а не только на время пандемии. Это время, чтобы поменять многое. Но я так делал всегда. Это проблема. Как-то раз один мужчина ехал за рулем в Теннесси. Перед ним ехал пикап с каким-то грузом и внезапно, безо всякого предупреждения, свернул на грунтовую дорогу. Чудом водителю удалось избежать столкновения с пикапом. Он судорожно затормозил и каким-то образом остановился, почти впечатавшись в машину перед ним. А пикап просто взял и уехал. Мужчина так разозлился, что погнался за ним, Остановил его и начал кричать: Водителю! Да что с тобой такое? А я всегда здесь поворачиваю. Почему же не посигнали рукой? Почему не показал? Нет, я всегда так езжу. Я так привык. Ты должен был догадаться. Так что есть много местных, которые предполагают ⁇ Я так привык, я всегда так делаю ⁇ Нет, пришло время, когда вы не можете действовать исходя из старых привычек. Вы должны действовать осознанно. Это может быть вопросом жизни и смерти для кого-то или для вас самих. Так что сейчас очень важно, больше чем то, что правительство устраивает изоляцию за изоляцией, Каждый гражданин должен сотрудничать и делать правильные вещи. Это самое главное. В противном случае, если правительство объявляет изоляцию, а вы продолжаете распространять вирус вокруг себя, в этом нет никакого смысла. Вы должны понимать, что дело не в правительстве, дело не в администрации, дело не в сотрудниках здравоохранения. Речь идет о вашей жизни и о жизнях вокруг вас ваше поведение будет определять это. Это одновременно и обременительная ответственность, и привилегия, что можно спасти жизни, если попросту ничего не делать. Насколько это прекрасно. Но, к сожалению, за последние два дня количество медицинских работников, которые погибли, необычайно взросло, потому что они работают сверхурочно. По мере того, как они продолжат работать сверх определенного предела, их иммунная система будет ослабевать, и по мере того, как их вносливость будет падать, будет ослабевать и иммунная система. Из-за этого они будут заражаться и, как следствие, начнет расти смертность среди врачей и медсестер. Все эти люди, которые ведут себя безответственно и говорят, «Почему я не могу делать одно, другое? И хочу, чтобы вы представили себе сценарий, при котором медики в стране и во всем мире решат, что с них достаточно, и перестанут приходить на работу, если вас не беспокоит ваша собственная жизнь. Почему тогда мы должны о ней беспокоиться? Можете представить, что тогда произойдет. Смертность вырастет до миллионов. Это изоляция, упреждающее действие. Чтобы такого не происходило, каждый из вас должен не только сотрудничать, но и делать все, что в ваших руках, чтобы донести до каждого гражданина в стране и в мире. Убедиться, чтобы они вели себя ответственно. Если мы как поколение будем вести себя ответственно, то сможем пройти через это с минимальными потерями. Я думаю, что число погибших приближается к 100 тысячам. Оно достигает отметки в 100 тысяч. Это не маленькая потеря. Но все же по сравнению с тем, что может случиться, это небольшая потеря. Так что давайте удержим эту минимальную отметку. Потому что если мы не предпримем сознательных действий, ответственных действий, это может очень сильно ударить по этому поколению. Не только в плане здоровья. На разных уровнях. Как бы мы ни жили. Возможно, никто себе не сможет позволить жить так, как раньше. Может дойти до этого. Поэтому очень важно, чтобы мы прошли через это очень ответственно. Вне зависимости от того, сколько недель это будет. Садгуру, вопрос от Приянки. Намаскарам Садгуру. Много раз вы делились твердыми взглядами на политические вопросы, но иногда я с вами не согласна. Я принадлежу к левым либералам, которых вы называете фанатиками или студентами университета WhatsApp. Как мне примириться с тем, что вы мой гуру, но при этом у нас с вами противоположные взгляды на политические вопросы? Я гораздо более левый, чем ты можешь себе представить. Но я не сумасшедший левый. Я не из тех, кто делает все возможное, чтобы люди не могли развиваться и лишились всех возможностей. Если таково твое представление о левых, я его не разделяю. Мое представление о левых ⁇ более справедливое и честное управление. Я сказал ⁇ более справедливое и честное ⁇ не существует абсолютно честного и справедливого общества. Его нигде нет. По крайней мере, не было до настоящего момента. Махатма Ганди неоднократно называл Рамараджью справедливым и равноправным обществом. Я уверен, что даже там, например, жена Рамы, Сита, чувствовала, что то, что с ней происходит всю ее жизнь, очень несправедливо. Я уверен, что его дети точно чувствовали, что с ними поступили абсолютно несправедливо. И я уверен, что во многие моменты своей жизни сам Рама чувствовал, что с ним поступают несправедливо. Так что никогда не существовало абсолютно справедливого общества или абсолютно честного общества. Но по большей части все происходит справедливо. По крайней мере, даже если у нас нет равенства среди людей. По крайней мере, у людей есть равные возможности. Это все, что мы можем обеспечить. Приянка, я хочу сказать тебе, я никогда не выражал политического мнения. Если я выскажу свое политическое мнение, ты упадешь в обморок. Поэтому я держу его при себе. Я только указал на некоторые факты. Если не различать факты и мнения тогда возникает огромная проблема. Если ты веришь, что твое мнение гораздо важнее, чем воля народа в демократическом обществе, тогда у тебя серьезная проблема. И ты ищешь тотальной революции. Тотальная революция в сегодняшнем мире означает тотальную аннигиляцию с идеями о вооруженных революциях, которые у нас были в XIX и XX веке, покончено. Время этих революций прошло, учитывая то оружие, которым мы сейчас обладаем. Если революционеры возьмутся за оружие, и власти тоже возьмутся за оружие, в результате будет только разрушение и смерть, и ничего больше. Так что ты родилась слишком поздно для вооруженных революций? Да. Когда мы были молоды, мы постоянно думали о вооруженной революции. То были времена Чару Мазумдара и Сомалу. У всех на устах были эти героические истории. И мы тоже хотели выйти и сражаться. Но эти времена прошли. Сейчас. Если ты хочешь привнести какие-то изменения, особенно когда дело касается Индии, сделать это можно только с помощью демократического процесса. Демократический процесс означает, что если два человека участвуют в выборах, то один победит, а другой проиграет, как это происходит и в любой другой игре. Так что если проигравший хочет писать законы, проигравший хочет нести кубок, разве это честно? Разве честно? Если те, кто проиграли игру, будут нести трофей у себя на голове. Это нечестно. Но сейчас ты спрашиваешь именно об этом. Люди выбрали определенное правительство. Если они принимают законы, они делают это, поскольку это их фундаментальная обязанность. После того, как тебя избирают, необходимо принимать законы. Если они примут закон, а ты скажешь ⁇ нет ⁇ Закон должны принимать мы. Вы не можете принимать законов. Ты не можешь так говорить. Ты можешь выразить свое мнение. Что, по-твоему, не так в законе? Ты можешь написать. Можешь голосовать против него в парламенте или в ассамблее, или где угодно еще. Какому бы демократическому органу ты не принадлежала. Но ты не можешь сказать, что избранное правительство не может принимать законы. Это не демократично. Все это Левое крыло или все эти люди, которые считают себя левыми, я вижу, как они выстроили свои жизни, свои идеи, мнения, эмоции левые. Значит, что твоя жизнь не принадлежит тебе, твоя жизнь принадлежит коммуне. Вот что такое коммунизм. Не знаю, к какому левому движению принадлежишь ты, потому что твой образ жизни не показывает, что ты левая. Твое отношение к другим не показывает, что ты левая. И ты сказала, я левый либерал. Ты определенно не либерал, потому что если свобода речи есть только у тебя и больше ни у кого, это не либерализм. Мое понимание либерализма такое. Я буду говорить все, что у меня на сердце. Ты должен слушать меня и говорить мне, в чем я не прав. Нет, Нельзя указывать на что-то одно. Ты просто говоришь, мне это не нравится. Это как семейные ситуации. То, что происходит между мужем и женой, не должно происходить между тобой и мной. Если что-то не так, если ты можешь указать на что-то, что логически неправильно, если сказанное не соответствует фактам, если ты скажешь мне об этом, я поклонюсь тебе и исправлюсь. Но тебе это просто не нравится. Что же я могу сделать, если тебе это не нравится? Что я могу сделать, если тебе это не нравится? Люди избирают правительство. Правительство принимает свои законы. Если определенный закон у нас вызывает озабоченность, мы говорим, вот чем мы обеспокоены. Пожалуйста, исправьте это. Но по-прежнему это их выбор. Исправить его или продолжать как есть. Если ты обеспокоен судьбой нации, и ты хочешь принимать законы, Тогда тебе нужно прилагать все усилия, чтобы выиграть следующие выборы. Это единственный способ сделать это в демократической стране. Вот что значит демократия. Если ты проигрываешь выборы и говоришь, что хочешь принимать законы, так это не работает. Просто ты не можешь переварить простой факт. Ты думаешь, что я выражаю свое мнение? Это не мое мнение. Это основа всего демократического процесса. Так что ты говоришь, я выйду на улицы. У меня есть право на протест. Право на протест у тебя, безусловно, есть. Но у тебя нет права побеспокоить жизнь даже одного гражданина. У тебя нет права перекрывать дорогу, нет права перекрывать шоссе, нет права перекрывать доступ воды или электричества, или чем бы ты ни занималась. У тебя нет права беспокоить ничью жизнь. У тебя есть право протестовать. Ты должна спросить разрешение найти себе место, сидеть там и протестовать. У тебя нет права даже на то, чтобы использовать микрофон и кричать что-то мне в ухо. Но у тебя есть право на протест на соответствующих платформах. У демократического процесса есть достаточное количество платформ, на которых ты можешь выразить свой протест. У тебя, безусловно, есть право на протест, но не нужно понимать его неправильно, как право на беспокойство. Ты хочешь начать движение вон из Индии сейчас? Ты хочешь начать движение не сотрудничество сейчас? Тебе нужно было сделать это в 1936. -м. Это время ушло. Это твоя страна, это твое правительство. А теперь ты заявляешь, нет, это не мое правительство. Я хочу, чтобы ты понимала, что это не демократично. Большинство людей, когда они избирают правительство, даже если оно тебе не нравится, даже если лично тебе оно не нравится, я не говорю, что ты должна любить их, но это твое правительство, это правительство Индии, правительство Тамилнада, правительство Карнатаки, это не чье-то там правительство. Как сейчас все стали говорить, правительство Моди в моем уме и сердце, это не правительство Нарендра Моди. Для меня это правительство Индии. И поскольку это правительство Индии, я буду его поддерживать. Не потому, что я чей-то фанат, не потому, что я принадлежу какой-то политической идеологии, просто потому, что я гражданин Индии, а для меня это значит, что поскольку я гражданин, страна предлагает определенный порядок, определенные инструменты, определенный фундамент, чтобы мы могли жить и работать. Я поклонюсь этому, и чтобы правительство не говорило в форме закона, я буду следовать этому, потому что это закон? Нет, я не соглашаюсь с законами, которые вы принимаете. Если ты не согласна, тогда есть Верховный суд, куда ты можешь обратиться. Если закон противоречит каким-то нормам, его отменят. Но если закон ничему не противоречит, но тебе он по-прежнему не нравится, тебе нужно выиграть на следующих выборах. Другого пути нет. У тебя нет достаточной приверженности, чтобы работать в течение пяти лет и выиграть следующие выборы. Ты хочешь с комфортом сидеть дома всю свою жизнь, но протестуешь против всего, что делает правительство. Говорю тебе, мое отношение к правительству Индии остается неизменным, вне зависимости от того, кто сейчас управляет страной. Потому что, с моей точки зрения, страной управляет правительство Индии, не правительство Моди или Манмохана Синга, или еще чье то правительство. В моем сердце и в моем уме это правительство Индии, и я буду его поддерживать. Тебе это не нравится. Это значит, что тебе не нравится демократический процесс. То есть ты хочешь стать премьер-министром без каких-либо усилий. А какая у тебя квалификация? Единственная твоя квалификация ⁇ тебе не нравится то, что я говорю. Что касается нас с тобой, как гуру. Тебе нужно научиться слушать. Как-то раз несколько друзей отправились в ресторан шумной компании. Это все старые друзья из колледжа, которые давно не видели друг друга. Пять или шесть лет они не виделись. И вот, наконец, собрались вместе. Там играла живая музыка. Музыкант на сцене исполнял разные композиции. Одна мелодия показалась им знакомой, но они никак не могли вспомнить, что это за композиция. Так что они подозвали официанта и попросили, не могли бы вы узнать, что только что прозвучало со сцены. Официант ушел и через пять минут вернулся со словами. Это была скрипка. Это значит, что ты просто слышишь звуки, но не слушаешь. Если бы ты по-настоящему слушала, ты бы поняла, что я никогда не выражал мнений о чем-либо потому что я не сформировал ни одного мнения в своем уме. Если я что-то увижу, я скажу, что это факт. И у этого могут быть какие-то последствия. Сейчас я говорю, что, скорее всего, нам нужно продлить карантин. Это не мое мнение. Есть достаточно фактов, указывающих на это, но все равно это решение. Нам нужно взвесить самые разные аспекты. Сработает ли это для нас или будет работать против нас? Сможем ли мы это себе позволить или нет? Это решение, которое мы принимаем. Если мы примем решение в пользу изоляции или против изоляции, ни то, ни другое решение не будет идеальным. Это мы уже знаем. Но это решение. Ни одно решение не идеально. Оценивая разные аспекты в соответствии с нашими приоритетами, мы приходим к решению. Если вы думаете, что это мое мнение, что предположим, я за продление изоляции, о, это ваше мнение, нам оно не нравится, это не мое мнение. Прекращение изоляции ⁇ это одна опция, продолжение изоляции ⁇ другая. Нам нужно взвесить потери и пользу, достоинства и недостатки и прийти к чему-то. Это всегда компромисс. Насколько это будет компромиссом, это можно обсудить. Возможно, вы не согласны с моим решением, но дело не во мне. Не в том, что я делаю заключение о чем бы то ни было. Особенно о туманных политических событиях в стране. Любому будет очень сложно сформировать свое мнение об этом. Но я хочу, чтобы вы поняли. Я прожил свою жизнь, придерживаясь строгой дисциплины, не делая выводов ни о ком из тех, кто рядом со мной. Что касается тех, кто рядом со мной, у меня по-прежнему нет мнения о тех, кто со мной 20-25 лет. Я по-прежнему вижу их такими, какие они есть сегодня. Они многое сделали для меня. Много плюсов, много минусов. Они сделали для меня очень много. Но сегодня, если я их вижу, я вижу их такими, как они есть. Исходя из этого, ситуация разворачивается так, как она разворачивается. Чтобы не прийти к какому-то заключению, нужно много дисциплины и внутренней работы. Так что, когда речь идет о духовном измерении между тобой и мной, тебе нужно слушать, а не слышать. Если я спрашиваю тебя, что играет, ты говоришь скрипка. Думаешь, я перепутал ее с пианино? В любом случае, не знаю, насколько ты левая, но я очень левый. Потому что йога-центр — это коммуна. В некотором смысле это коммунистическое устройство. Никто не спрашивает, сколько у тебя имущества. Никто не спрашивает о твоей религии, касте, откуда ты родом, кто твой отец. Мне даже не важно, есть он у вас или нет. На тот случай, если вы один из них. Даже если это так, мы будем относиться к вам так же, как и ко всем остальным. Если вы проявите себя и продемонстрируете особые качества, мы это тоже оценим. Но в ином случае, даже если вы Откуда-то сверху мы будем относиться к вам так же, как и ко всем остальным. Если это не левый подход, тогда что же еще? Это абсолютно левый подход. Не думаю, что ты живешь таким образом. Уверен, что ты лишь обсуждаешь левую философию у себя дома. Но если кто-то попросит тебя дать свой телефон кому-то, у кого его нет, не отдать на совсем, давать пользоваться через день. Потому что, в конце концов, возможно, ты даже состоишь в партии. Попробуй и увидишь. Здесь мы делаем такое очень легко. Так что не нужно заниматься всем этим, если ты каким-то образом оказалась на духовном пути. Оставайся на нем. Не поворачивай налево, чтобы потом сойти с пути. Не поворачивай направо, чтобы потом сойти с пути. Надеюсь, ты не думаешь, что я правый. Определенно нельзя сказать, что я принадлежу к правому крылу. Чтобы летать, нужно два крыла. У меня есть оба. Я машу ими, когда в этом возникает необходимость. Следующий вопрос от Сидарта Вазира. Садгуру, Джаму и Кашмир нуждаются в вашем присутствии, чтобы люди могли сосредоточиться на чем-то помимо региональных проблем. Планируете ли вы приехать сюда? Well, no У меня нет проблем с Джамму и Кашмиром. Меня приглашали на игру в гольф в Шринагар. Один из армейских офицеров сказал, «Садгуру, приезжайте, мы обеспечим вашу безопасность». Но я ответил, «Нет». Я не хочу приезжать туда, где 25 человек должны ходить вокруг меня, пытаясь обеспечить мою безопасность. Я не хочу так поступать с вами. Когда все наладится, я приеду. Если ехать туда сейчас, многие отправляются туда потому, что их интересует фотосессия. Кашмир еще не созрел для духовной работы. Мы можем устроить что-то онлайн, ехать туда и заниматься духовной работой. Тогда это будет просто фотосессия, а не что-то настоящее. Потому что... Там все на определенной стадии кипения. Нужно, чтобы все остыло. Когда все так кипит, поездка туда только подстрекнет определенные силы начать сходить с ума из-за этого. Они почувствуют еще большую угрозу и, скорее всего, станут еще более ожесточенными и прибегнут к насилию. Может, я и буду под хорошей защитой, но они отыграются на ком-то другом. Тех, кто посетит сатсанг, могут убить. Наверное, так и будет. Я не хочу становиться причиной таких беспорядков. Вмешиваться в эту ситуацию сейчас — безумие. Это будет просто попытка использовать то, что там происходит в своих интересах, чего я никогда не сделаю. Мы не поедем в Джамму и Кашмир, если только это не будет анонимно на мотоцикле. Это мы можем сделать. Но поедем ли мы туда, чтобы проводить грандиозные события? Нет. Я этого не буду делать. Они всегда могут получить доступ к нашим материалам бесплатно. Онлайн. И если вы боевик, террорист, экстремист какого-то другого рода, мы предложим вам онлайн-программу внутренней инженерии бесплатно. Инструменты для трансформации. Потому что... Я хочу, чтобы вы поняли. Есть разные аспекты. Я не пытаюсь все это высмеивать. Все верят в то, что верят и думают, что они делают что-то правильное. Вы всегда думаете, что безумен кто-то другой. Однажды двое охранников в белой форме... Пришли на одну ферму в Теннесси и спросили хозяина. Из психиатрического учреждения сбежал один псих. Мы его ищем. Вы его не видели? Фермер спросил, а как он выглядит? Он невысокий, худой. И весит 130 килограмм. Фермер сказал, что невысокий, худой и весит 130 килограмм. Мы же говорили вам, что он псих. Так что никогда не знаешь, кто на самом деле сумасшедший. Дело не в том, чтобы кого-то судить, кто прав, а кто нет. Дело не в этом. Сейчас важно функционировать и работать там, где можно добиться максимального результата. Потому что жизнь ⁇ это небольшое количество времени и энергии, ограниченное количество времени и энергии. Каждый человек должен это понимать. Вы всегда должны работать там, где можете создать максимальную отдачу. Или же вы выбираете работать там, где легко, там, где будет максимальный результат. Максимальный результат может быть измерен множеством различных способов, но определенно не с точки зрения того, легко или трудно там работать. Дело не в этом. Можете ли вы получить какую-то отдачу или просто зря тратите время и силы. Это решение, которое должен принять каждый. Я принял это решение. Я не поеду в зону боевых действий, туда, где голодают люди, а люди приезжают туда, раздают фрукты, бананы, апельсины, фотографируются и размещают все это в газете. Я не буду делать такого. Для меня это абсолютно неприемлемо. Я никогда не буду делать такого. Там, где идет война, где умирают люди, а мы приезжаем и говорим, я буду преподавать вам духовность. Так это не работает. Мне нужны люди, которые хотя бы немного устроены в жизни, готовы сосредоточиться на чем-то более глубоком или более высоком измерении. Только тогда я смогу работать с ними. Иначе это будет духовная фотосессия. Мне это не нужно. Я уже выгляжу достаточно духовным. Спасибо. कालकालकालश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भ शम्